Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про освітню програму «Екосвідомість Дніпра». В нашій студії співавторки програми Ганна Жихарєва-Толстік та Олена Рожко. Олена Рожко – керуюча партнерка маркетингової агенції, віце-президентка міжнародного дитячого фестивалю «Карусель», продюсерка дитячого серіалу «Школа геніїв», соціологиня, піар-технологиня, авторка і координаторка рекламних кампаній і стратегічних кейсів. Улюблена страва – ягідне морозиво. Хобі – збирання незвичних магнітів. Ганна Жихарєва-Толстік – співавторка та амбасадорка освітньої програми «Екосвідомість Дніпра». Співзасновниця громадської організації «Асамблея культурного обміну України». Старша викладачка кафедри міжнародних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів. Викладачка кафедри маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля. Співзасновниця міжнародної маркетингової агенції, віце-президентка фестивалю дитячого розвитку та творчості «Карусель». Улюблена страва – шоколад в усіх проявах. Хобі – гра на фортепіано, авторський туризм та катання на ковзанах. Ганно, Олено, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Тож, освітня програма «Екосвідомість Дніпра», вона з'явилась нещодавно, в цьому році, так? І ви загалом ідейні натхненниці, так би мовити, її. Як з'явилась ідея цієї програми? Я знаю, що вас підтримала міська влада, і ви вже рік працюєте над втіленням її в життя. Розкажіть, будь ласка, Ганну або Олену, хто був перший, в кого загорілася ось ця думка? Ви знаєте, ми почти на всіх мероприятиях буваємо в місті, і практично всі ідеї, які виникають, вони, мабуть, в місті. Тому тільки що ми замешкались, коли почали говорити об ідеї. Це було, точно ми пам'ятаємо, що ми були на одному із мероприятий «Євробас» і познайомились з активістами різних городів, різних громадських організацій. І одна із дівчинок, які там були, одна із організацій, розказали, но это была французская общественная организация «Теранвак». И они рассказывали очень так натхненно про свой опыт реализации подобной программы в Париже, во Франции. И мы вот в этот момент поняли, что почему в Днепре нет такой программы. И мы у нее задали вопрос, почему никто это не делает здесь. И поняли, что почему бы не попробовать нам. То есть вот такая вот идея. Мы услышали о Франции, о том, каким образом это происходит там. Потом начали смотреть на опыт других городов, поняли, что очень хорошо двигается компания, вернее, образовательная платформа «Украины без сміття». Это киевская организация, которая за 5 лет удалось сделать революцию, на самом деле, именно в сознании. В сознании киевлян? В чем фишка? Когда меняется сознание людей, меняется потом и мир вокруг этих людей. И вот Киев за 5 лет существования образовательной программы «Украины без сміття» добились того, что 73% киевлян начали сортировать мусор. Это нас вдохновило, и мы решили писать проект. Да, более того, в Харькове очень успешно тоже ребята не только проводят разного рода мероприятия, образовательные программы, они еще и производят, у них там небольшое производство, опять же, из переработанного материала. И как-то в Днепре начали даже спрашивать у своих друзей, у своих знакомых. Некоторые вообще не знают, что такое сортировка мусора, да? Хотя это такие проблемы глобальные, и очень много об этом говорится в целом в мире, о том, что это проблемы. Поэтому мы решили, нам нужно доносить до жителей нашего города, и не только города, вообще эту программу рассказывать, что это, как это. Ну, отак родилась та ідея. Я згодна з вами, це дуже важливо, особливо екосвідомість з'являється після спілкування з іноземцями. Або якщо ти поїдеш туди, там побачиш, наскільки це просто, зручно, і дійсно це важливо взагалі для нашого життя, для нашої екології, і дійсно
ті, хто не має можливості поспілкуватись з іноземцями, то треба до них доносити про те, що важливо і сортувати, і все таке інше. От загалом, на що була освітня програма «Екосвідомість Дніпра» направлена в першу чергу? Так би мовити, в екологічних питань їх загалом дуже багато, і проблемних питань на Дніпропетровщині, на промисловій Дніпропетровщині теж багато. Про що саме ваша программа? Ну, прежде всего, как бы основной фундамент – это, конечно же, сортировка мусора. Это сортировка мусора, это принципы Zero Waste, потому что многие даже не понимают, зачем это надо, какой смысл в этом, да, какие дальнейшие этапы после этого. Поэтому, прежде всего, прописывая программу, прописывая мероприятия, как мы их планируем внедрять, с кем мы планируем их проводить, то, конечно же, ну, это был основной такой фундамент нашей программы. Потом уже в дальнейшем оказалось, что еще так много сопутствующих вопросов, и поэтому, если так, забегая наперед, сказать там о планах дальнейших, то, конечно, мы хотим, ну, мы видим уже после опыта реализации этого года, мы видим, о чем еще можно говорить, куда можно расширять программу, прежде всего, да, опять же, это и возрастные расширения, и детям можно очень много говорить об этом. Более того, дети настолько открыты в своем получении и стремлении получения новой информации, они настолько хорошо это все схватывают. И у нас был опыт проведения телемоста с нашим спикером-амбассадором из Канады, который рассказывал детям на примере Канады, как у них сортируется мусор. Мы это проводили с частной школой. Вот. И поэтому основная такая идея, конечно, была сортировка, донести, рассказать людям, как это происходит, на что нужно прежде всего обращать внимание. Ну, а дальше уже еще очень много. Как идея вот сортировка мусора, а основная такая маленькая микроцель каждого дня, каждого шага, каждого плана нашего, это обеспечить вот эту точку касания с этой мыслью как можно большего количества людей. Вот. А осознан ли я? А что я могу сделать? Потому что, да, с промышленным регионом мы сделать ничего не можем. Мы, как активисты, мы не можем закрыть заводы, или их перестроить, или их перекрасить, или там так, поменять смешно. Людей. Это не эта история. Мы можем поменять у огромного количества людей мысль о том, что, а что я? Я ничего. Я просто человек. Вот это вот была ключевая такая, ну, миссия, да, заставить подумать, что, да нет, подождите, стоп. Я – это огромная сила. Во-первых, я могу говорить. Во-вторых, я могу убеждать. В-третьих, я могу показывать пример. В-четвертых, я могу использовать свой ресурс университета, завода, если я директор завода, да, если я руководитель ОСМД своего подъезда, если я папа, то моей семьи. И это вот эта вот такая ключевая миссия зацепить, заронить мысль об этом, такое посадить зернышко. Да. Мы даже делали перформанс, да, с киношколой, и детки у нас показывали, что вот они зернышки этой мысли о том, что зеленая планета хочет вот этого вот зеленого мышления. И, в принципе, об этом можно подытожить. Це дуже важливо, і важливо доносити і для дітей, і для всіх-всіх-всіх. А от якщо говорити щодо сортування сміття, от, мабуть, вас також питали багато людей, звичайних людей, як можна сортувати звичайному дніпрянину? От якісь такі поради, які можуть бути важливими, так? Навіть людині, яка мешкає, наприклад, в багатоповерхівці і має, так би мовити, сміттєвий бак один-єдиний. Можливо, вона для пластику ще є. Як, що робити? Можно начинать с чего-то. Можно начинать хотя бы с того, что хотя бы макулатуру. Вот обязательно, знаете, не строить планы. Установлю-ка я поеду в Германию или, не знаю, в Киев или там на какой-то рынок, установлю себе 6 сортировочных контейнеров. Это очень сложно для первого шага. Для первого шага нужно решить, с какого вида сорта мусора ты начнешь. Одного. Например, это бумага. И вот всей семье договориться о том, что смотрите, ребят, окей, вот эта коробка, давайте отложим коробку, в которую мы начнем складывать бумагу. Это будет макулатура. Разобраться, где ближайший для вас сбор макулатуры и начинать хотя бы раз в месяц. Причем очень важно делать это всей семьей или хотя бы вдвоем с ребенком. Или, ну, то есть как-то так, звісно, якщо дітей залучати традиції до цього, то вони дуже швидко підтримують, да, і це буде цікава гра, в принципі. Да. Потім з кришечками. Да, вот, да, якщо взагалі говорити, да, о, скажімо так, ідеології принципів Zero Waste, то прежде всего це осознанне потребление без відходів, мінімізувати. Яким образом ми можемо це зробити вже сьогодні? Це прежде всего відказатися, допустим,
допустим, от использования пакетов. Да? Сейчас уже мы рады, что эко-сумки входят в нашу жизнь, да, и все чаще можно увидеть... Становятся модными. Конечно, они становятся модными, они правда красивые, и с ними удобно ходить. И радует, когда видишь в магазинах все больше и больше количества людей. Потом, опять же, отказаться от использования пластиковой посуды. Да? В Европе везде уже давно принято со своими термочашками ходить за кофем. Ну вот, вот с таких маленьких шагов, если да, продумывать, уже меняется мышление, соответственно, бытовых отходов меньше, намного меньше, разные есть компостные сооружения, скажем так, да, небольшие баки, куда, опять же, даже дома, в квартире можно складывать органические отходы и компостировать, и потом использовать как удобрение. Кроме того, отвечая на вопрос, мы сами тоже не знали, вот точно так же спросили у как раз у департамента, потому что мы понимали, что вопросы поступили, мы сами не понимаем, наши дети, собственно, это спросили, что же делать, где, если мы, допустим, насобирали уже там 3 коробки бутылок, стекла и, например, бумаги, куда же нам это нести? Вот у нас был вопрос. Оказывается, в городе есть целая карта на официальном сайте горсовета, есть карта пунктов приема вторсырого. Да, да. И просто нужно разобраться, во всех районах города это есть, и начать туда ходить. И вот этот момент, это точка невозврата. Это мы уже тоже поняли, потому что те люди, которые в июле сказали, мы поняли, мы так начнем делать, потом приходили к нам на форум в сентябре и говорили, вы представляете, мы уже 4 раза сходили в этот пункт приема. Ну, то есть момент поменять сознание. Вот это такая ключевая штука. Это уже инструментарий, как мы будем этого добиваться. Подумайте об этом первый раз. Так, згодна з вами. І те, що дітей треба залучати якомога швидше і якомога більше. Я знаю, що ви створювали в рамках програми «Екосвідомість Дніпра» створювали хакатон, до якого залучали студентів. І, наскільки я знаю, вони дуже з великою радістю створювали якісь проекти в рамках цього хакатону і їх представляли. Розкажіть, будь ласка. Ну, хотелось бы вообще, знаете, сказать и поблагодарить высшие учебные заведения, которые присоединились к программе, потому что действительно студенты настолько активно воспринимали любую информацию, они настолько уже, у них другое мышление, они активно впитывают это все, они более того, они прежде всего первые задумываются о том, что я оставлю после себя этой планете и своим детям. У нас было очень много акций, кроме хакатона, да, у нас было очень много акций. Мы и убирали на каяках мусор вокруг Монастырского острова, и просто сам Монастырский остров. И настолько они осознанно к этому подходят, они настолько готовы поддерживать любые идеи. Более того, они как носители этой информации рассказывали, ну, еще дальше в своем студенческом окружении. И было приятно, что уже к концу программы к нам, ну, обратились практически все вузы. Почему не мы? Мы тоже хотим, мы поздно узнали, мы начали информировать, кто-то узнал раньше, кто-то узнал позже, поэтому мы думаем, что в следующем году к нам уже присоединятся все высшие учебные заведения нашего города. И эко-хакатон была такая идея сделать соревновательный формат между группами Таможенной академии, университета таможенных дел и финансов и Днепровской политехникой. Задача была придумать интересную экологическую программу, продукт экологический, который мы сможем воплотить в следующем году в своей программе «Экосведомости». У нас есть планы прописать на следующий год. И на следующий, у нас даже это уже, наверное... Осветный проект, да? Да, да. Это такой образовательный проект. И вообще проект, направленный на улучшение чего-либо в экологическом плане. Да? И, вы знаете, это было так интересно. У них совершенно другое мышление. Они придумали такие классные проекты. И вообще то, с каким энтузиазмом они откликаются на подобного рода идеи, ну, это было очень такое интересное мероприятие, было очень много прессы, было очень много отзывов везде, в соцсетях, в информпространстве, ну, настолько понравилось, было приятно слышать, опять же, отзывы непосредственно и преподавателей вузов, и, опять же, нашего департамента экологической политики, что получился очень такой драйвовый хакатон впервые в Украине, между прочим. Формат, да. Формат, правда, был интересен. Знаете, есть такая фраза, и мы как творческая команда, в первую очередь мы творческие люди, и мы понимаем, что когда мы готовим любое мероприятие, маленькое, большое, фестиваль там международный, вот как ты его назовешь, так лодка и поплывет, да, так проект и пойдет. Мы назвали очень удачно этот формат хакатон, то есть мы взяли этот формат именно собирательного мышления командного и соревновательного. И вот на это слово эко-хакатон просто, ну, огромное, получилось привлечь огромное количество людей.
Одна команда политехника предложила, если говорить о проектах, которые они предложили, это была дечекация, и они так это грунтовно нам рассказали, да, то есть если все, и в принципе мы даже, кстати, Сельпо даже уже предложили, Фози Групп предложили эту идею, если компания, ритейл откажется от бумажных чеков, то какое количество бумаги, а именно та бумага, из которой делаются чеки, она не перерабатывается, там такой специальный состав, и когда они нам это все посчитали, да, и когда они, мы тоже не знали, например, да, то есть мы об этом узнали уже, в принципе, из проекта. И когда по результатам хакатона мы поняли, сколько тонн бумаги можно не сделать и сохранить деревья там, и так далее, это просто была потрясающая история. А вторая команда университета таможенного дела, они так очень драйвово защитили этот проект, там была больше творческая тема. Они предложили на сортировочных мусорных контейнерах ставить музыку, и когда падает бутылка, играет одна музыка, когда падает там бумажка, играет другая музыка. Уже творчество, креатив. Да, и они говорят, мы тем самым заставим людей просто подойти, чтобы послушать музыку. Ну клас, правда класно. От навіть те, що ви розповідали, збір сміття на байдарках, так, або на каяках, це теж, я думаю, що для молоді це навіть драйвово, це цікаво і, в принципі, і корисно, звісно. Да, а знаєте, ще було приємно те, що от ребята, які теж, як жителі міста, студенти, приходять на остров відпочивати, і от вони говорили, ну от коли вибираєш, бачиш от це кількість, ми вже кілька разів робили акції, да, один раз, потім другий, а мусор не зменшується, к сожалению. І опять же, они говорили, насколько важно, ну, доносить людям, показывать, сколько мусора, вы же здесь живете, вы же здесь отдыхаете, пожалуйста, не мусорите, ведь на острове, ну, много мусорных контейнеров, но это не тяжело донести мусор, да, до бака. Поэтому еще у нас была интересная экскурсия в рамках нашей программы, у нас есть правобережный полигон. Очень много существует стереотипов, что мусорный полигон – это ужасный, неприятный запах. Мы ездили туда с экскурсией, мы возили всех желающих, делали регистрацию. И, знаете, даже вот эта информация, очень много домыслов существует, да, по поводу этого полигона. И когда люди попадали туда и видели, насколько у нас считается лучший, ну, мусорный полигон в Украине, насколько все сделано по последним, ну, технологиям, скажем так, да, насколько это все правильно там засыпается, пересыпается слоями, и вообще какой он огромный. И действительно нет никакого запаха, и мы планируем, у нас просто, мы делали две экскурсии, и, это было в этом году. Да, да, это было в этом году. Летом. Да, это было летом. И после этого было так много отзывов, еще очень много запросов на эту экскурсию. И поэтому, ну, мы для себя уже так поставили в рамках следующего года. Мы хотим обязательно продолжить эту традицию, потому что и школы звонили, хотят прямо классом поехать. Там, правда, действительно очень интересно посмотреть, как это все происходит. Поэтому, да, было и много. Самое там говорить про сортування, а також про зменшення. Мало того, там же есть сортировочная станция. Это же тоже, когда ты видишь своими глазами, когда ты видишь эти огромные красиво упакованные пластиковые бутылки, как это все выглядит, что это уже, что это не Германия, что это не Америка, что это вот он, Днепр, это все происходит у нас. Это потрясающе. И сам факт регистрации, мы просто в Фейсбуке сделали анонс, и огромное количество, мы за день зарегистрировали всю экскурсию. То есть мы не думали, что будет такой ажиотаж. Сколько людей на экскурсию сголосилось? Человек 40 к нам приехало, да, первый раз. Сразу первый же. Раз, потом второй раз мы ездили с университетом третьего века, они такие очень активные. Вот, они ездили, они захотели. А потом было очень много еще запросов, но так как у нас, ну, были другие мероприятия, к сожалению, уже не было возможности, и карантинные ограничения. Поэтому, ну, мы обязательно планируем в следующем году заранее информировать. І в наступному році теж провести. Я знаю, що у вас от саме проєкту, програми «Екосвідомість Дніпра», ви маєте партнера, французького партнера, який також вам допомагає, я так розумію. От яка його місія саме в цій програмі? І що, може, якісь спільні проєкти чи плануються надалі, чи що вже реалізовано? Це якраз те, що ми говорили, це наші партнери «Теранвак», іменно соавтор. Це та ідея, яка виникла, вона возникла на основании того, что ребятам удалось реализовать уже во Франции. И мы попросили их о помощи, так как когда мы поняли, что мы бы хотели, наверное, попробовать сделать это здесь, но нам же нужна поддержка, нам нужно какое-то, ну, минимальное финансирование на аренду залов, на какую-то там полиграфию, на какие-то анонсирующие вещи. И они нам просто помогли прописать, во-первых, это очень важно, как прописать, для того, чтобы в горсовете, чтобы те, кто, ну, та же комиссия, которая рассматривает проекты, чтобы это было компетентно, чтобы это было понятно, чтобы это было экологическими терминами, чтобы это было, основываясь на опыте какого-то
на экспириенсе там, проведных международных организаций. Да? И вот ребята нам помогли с форматами. Но опять же, те форматы, которые они нам предложили, не все удалось провести. У нас уже, так как мы тоже творческая команда, возникла масса идей. Хакатон – наша мысль, саммит – наша мысль. Да? Но вот их идея с Sustainable Fashion, с фэшн-проектом, мы пока не реализовали, но это наша мечта. Обращать внимание общественности на то, какие модные бренды полностью отказались от мусора. То есть H&M, Zara, у них же вообще нет мусора теперь уже больше. И об этом хочется говорить людям, чтобы они даже принимали... Знаете, это такое легкое давление общественности на выробника, когда Zara, например, не имеет мусора, и к ней идет больше поток покупателей, потому что покупатели осознанно выбирают тот бренд, который отказался от мусора и не засоряет планету. А, например, какой-то другой бренд еще пока не внедрил эти технологии. Но вот об этом мы пока еще не поговорили. Это Яким плана. Чином, коротко, от саме можна наших підприємців, виробників, з, так би мовити, щоб вони стали більш свідомішими. Вы знаете, с ними нужно просто говорить, с ними надо знакомиться, их надо приглашать. Вот этот формат общения, обмена опытом, скажем так, развенчивания стереотипов и мифов о том, что, ну вот, там, например, я типография или там я химическое производство, ну что, я все равно, это не экологичное у меня производство, да? Обратить внимание на то, что, ну послушай, ну если ты поставишь вот такой фильтр, например, еще всего лишь один, еще всего лишь там, например, за 1000 гривен, ну я сейчас образно говорю, то ты уже... цифрами, да, языком цифр, когда ты говоришь, что ты уже уменьшишь количество там таких-то выхлопов настолько-то, и ты, например, там позволишь такому-то количеству растений вокруг твоего завода вырасти быстрее. И люди реагируют, и они говорят, да, что я еще могу сделать? Давайте мы будем включаться. Это потрясающая синергия, когда ты просто начинаешь говорить, и люди начинают, это, знаете, как игра в мяч. Ты бросаешь мяч, и оттуда, от собеседника приходит новая идея, и они сами ее реализовывают. Они становятся осознанными. Мы это уже... Да, даже если говорить, ну, очень много зависит от руководителя. Даже поставить эти сортировочные небольшие баки и вообще нести информацию в своем коллективе о том, как это происходит, что это происходит. Даже облагородить территорию вокруг там, ну, своего офиса, посадить деревья. Да, вот мы даже, у нас была тоже программа, акция, мы вместе с университетом таможенной справы и финансов, мы садили у них на территории деревья, мы высаживали со студентами, мы рассказывали, насколько это важно. У нас был очень такой классный эко-бранч, выступали спикеры. Ну, опять же, затрагивали, да, темы по поводу воздуха, по поводу экологичности, насколько растения, это важно. Ну, очень много на самом деле таких, знаете, мелочей, которые могут в корне поменять мышление, точку зрения. И вообще люди уже начинают по-другому задумываться, рассматривая ту или иную ситуацию с другой стороны. Я знаю, що ви проводили телемост про сортування сміття в Японії, там, де були представники Японії, і також, в принципі, представники нашої міськради, ті, які теж мали змогу поїхати до Японії, вивчати це все, саме сортування сміття, як це проходить саме там. У нас проходил телемост, да, в онлайн-формате. У нас были представители, которые делились опытом, как это происходит в Японии, как это происходит в Китае, в Польше. Это был очень интересный телемост. Мы планировали там 1,5-2 часа его сделать, но, знаете, столько было вопросов у слушателей, у студентов. И опять же, по регистрации, ну, мы понимали там, какое может быть приблизительно количество людей, но было очень приятно, что очень большое количество людей зарегистрировалось, и очень много было слушателей, все такие активные. Активные. Да, это правда очень интересный опыт, потому что некоторые идеи действительно, они лежат на поверхности, можно взять, посмотреть, как это происходит там в какой-либо другой стране. И были очень интересные, например, в Польше налог на дождь, мы узнали вот при подготовке телемоста, и когда нам спикер об этом рассказывал, да, вообще, как они к этому придумали, какую они придумали систему сбора воды, как они освобождают там от уплаты налогов, ну вот это всегда, вот эта интересная механика, правда, было очень много интересного, было интересно послушать, как это происходит в Японии, в Китае, там у них совершенно другое, опять же, развеялись какие-то мифы, какие-то стереотипы, нам кажется, что там так, а там по-другому, и правда, у нас, мы хотели бы на будущий год, наверное, услышать все страны, потому что интересно послушать, как во всех странах это происходит. И Канада рассказывала для детей. Вот у нас был спикер с Канады, я уже говорила, который рассказывал для детей. Это тоже было интересно. Мы для себя сделали такой интересный вывод, что для детей можно писать программы очень доступным, легким языком, и очень много есть запроса от школ. От школ не только города. Нам поступало очень много звонков из наших областных
городов, о том, что почему вы у нас не проводите такое, мы тоже хотим. И, понятно, города такие, как Кривой Рог, они говорят, мы хотим, приезжайте к нам, нам есть о чем говорить, и очень много и школ, и предприятий готовы слушать, и готовы включаться, готовы менять свой город. Ну, это, знаете, это радует, когда люди вот настолько активны і осознані. Звісно, це дуже важливо і добре, що з'являються такі екосвідомі громадяни. А скажіть, будь ласка, цей саме проєкт, освітній проєкт «Екосвідомість Дніпра», він працює у 2020 році. Які у вас плани на 2021? Що плануєте втілювати? Можливо, якісь нові є проєкти? Планы огромные, на самом деле. То есть мы, знаете, когда мы уже в эту среду погрузились, когда мы увидели... На сегодня у нас 83 официальных амбассадора, которые стали теми людьми... Знаете, когда ты делаешь человека, наделяешь его статусом амбассадор, ему уже не все равно. Ему и так изначально было не все равно, но так ему вдвойне не все равно. И он хочет нести... Они все, это все те люди, которые уже сидят сегодня и думают, что они сделают в марте, в июле, в сентябре и в декабре в рамках этой программы. Они нам звонят. Они нам пишут, они придумывают какие-то проекты. Тобто и... вы створюете такую мережу. Конечно, конечно. Создана комьюнити. В Фейсбуке у нас официальная комьюнити. И в Ютубе канал. И туда можно еще приеднаться. Конечно, мы приглашаем всех. Абсолютно. Мало того, это не профиль, не бизнес-профиль, не аккаунт. Это группа, комьюнити, где каждый у нас вильный доступ, каждый может разместить свои идеи. И мы всех привлекаем и просим. Увидели какую-то классную идею? Там ООН запустила там, в Зимбабве. Размещайте. Сделали там студенты из Токио классную штуку. Размещайте. Идея, она движет миром. Когда есть идея, есть кто-то, кто ей загорелся, а уже этот кто-то, уже от своих организаторских способностей, от своей харизмы, может просто перевернуть мир, ну, как минимум в городе Днепр, так точно. И планы, правда, огромные, и мы уверены, что будет много интересного. И что самое интересное, последним, ну, скажем так, по таймингу последним к нам присоединился колледж культуры и искусств. И оказывается, они рассказывали, ректор Инна Руткевич нам рассказывала о таком явлении, как артивизм. Mm-hmm. И они над этим проектом уже работают. В рамках артивизма, то есть через перформансы, через мюзиклы. Уже готовят мюзикл экологический, который они готовы показывать. Это наша уже конкретная мечта, которую мы точно будем как-то реализовывать. Еще пока толком не знаем механику прохождения, но мы хотим показать это творение как можно большему количеству людей. Потому что через креатив, через творчество люди, это запоминается лучше. Когда просто где-то прочитал что-то, это одна история. Когда красивый визуал увидел, ты зажегся. А когда это целое действие, это... Здорово. Мабуть, ви, як представники маркетингової агенції, дуже намагаєтесь завжди обгорнути це в гарну обгортку, так? І щоб люди більш цікавились, більш сприймали це і більш запам'ятовували, так? І доносили далі. Конечно, придумайте. От формата тоже много зависит, как ты преподнесешь информацию, чем ты заинтересуешь людей, да, перформансы или какие-то интересные мероприятия. Конечно, пандемия, к сожалению, внесла коррективы, некоторые мероприятия пришлось перевести в онлайн, но мы уверены, что то, что из тех классных идей, которые у нас были запланированы непосредственно офлайновые, которые нам не удалось провести в этом году, мы обязательно проведем в следующем. Дякую вам дуже за те, що ви розповіли про сам проєкт. І будемо сподіватися, що екосвідоміших громадян Дніпра буде все більше і більше з кожним роком. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!